Министерство мясной и молочной промышленности СССР и ЦК профсоюза поздравили недавно с победой в социалистическом соревновании коллектив Красноборского холодильника. Задание пятилетки по выпуску и реализации продукции предприятие выполнило еще в октябре. Сыроделы готовы решать задачу, поставленную партией, создать условия для более полного удовлетворения потребностей всего населения в высококачественных и разнообразных продуктах питания. Этому помогает широкая механизация и автоматизация производства. Недавно пущена автоматическая линия расфасовки натуральных сыров. А всего с начала пятилетки введено 88 единиц нового технологического оборудования. Плановое задание по повышению производительности труда перевыполнено более чем на 6%. Этот коллектив коммунистического труда известен в Смоленской области тем, что 55 кварталов подряд занимает первые места во всесоюзном и республиканском соревновании, выпуская большой ассортимент сыров высокого качества.